школа Homo Futurus – это человек будущего. Каким он будет, человек будущего, через сотни лет, ну, независимо от технических прогрессов, науки и так далее, сам по себе, какими качествами и свойствами будет обладать. Именно изучая этот вопрос, и изучая гениев, изучая рекордсменов, чемпионов различных, изучая композиторов великих и разных людей, которые добиваются каких-то выдающихся результатов, мы можем с помощью нашей технологии ключ культивировать уже сегодня те качества и способности, которые будут у человека будущего. И у нас такая символика. Это человек будущего. Не удивляйтесь, это рука в левитации. Это Милтон Эриксон, Запад, психотерапевт, который занимался левитацией руки для того, чтобы человек погружался в транс, переходил от бытовой реальности, взлетал над ней, и у него там происходили восстановительные процессы. И то же самое, это же левитация у нас, когда мы делаем ключевой стресс-тест в методе ключ, когда подбираем разные варианты приемов, подбираем ключ к себе, то есть действия синхронные с текущим состоянием. И об этом же говорил и один из столпов суфизма, Аль-Газали, о том, что познание Бога начинается с познания себя. Ну, в каждом из нас творец. И для того, чтобы раскрыть себе Творца, быть человеком будущего уже сегодня, а любое образование должно быть направлено на это, любая школа. Знать сначала надо, каким человек в будущем, какие качества мы должны у человека сегодня воспитывать, чтобы приблизить это будущее. И вот здесь вот Homo Futurus, моя картина, олицетворяет нашу школу «Человек будущего».